В этом видео хочу показать интересную ниточку. Она меня покорила своим цветом, текстурой. Это хлопок с полиэстером. Как видите, это плетеный шнурочек. Полиэстер дает такой легкий блеск, не как у Люрикса, но вот он явно заметен, этот блеск. 650 метров, 100 граммах заявлен метраж, но в случае со шнурочками довольно часто все-таки более объемные нить. Вот, например, этот образец я связала на спицах 3,5, вяжу я рыхло. Смотрите, хорошо смотрится и с накидами, и хорошо смотрится в обычной лицевой и изнаночной глади. И очень легкий образец. Можно вязать и большим размером спицы, получится еще более легкое полотно. И вот так вот интересно будет выглядеть. Пока по образцу мне не очень понятно, ну, хорошо ли он будет держать форму, ну, в зависимости от того, какая будет плотность вязания. Можно связать и какой-то балахон, а можно связать, допустим, плечевое изделие, которое будет хорошо держать форму. Ну и любителям сумок-аосик тоже прекрасный вариант.